Каждый раз, когда есть возможность поехать на Байкал, на сердце праздничное настроение. Всю жизнь живу я здесь, поблизости от Байкала. Тысячи раз видел его и дважды не видел одинаковым. Это как театр, который все время меняется, который все время показывает новые представления, и для человека, пишущего и любящего природу, может быть, общение с Байкалом является самым важным и самым главным для жизни и для творчества. Вот почему так радостно, что есть на берегу Байкала этот санаторий, куда рано или поздно приезжает любой россиянин, потому что тяга к Байкалу огромная, тысячи людей хотели бы почувствовать это удивительное чудо рядом с собой, бок о бок, поразговаривать с ним, поклониться ему. И каждый раз, когда я в санатории здесь нахожусь, а я, между прочим, сторожил, потому что в 62-м году, когда здесь открыли еще только дом отдыха, я уже был одним из первых тех, кто купил сюда путевку, и сидел и писал свою книгу, которая была посвящена перекрытию Ангары в Братске. Вот как это давно все было. И с той поры, если не получается, каждый год не получается ни у кого, но через какое-то время получается возможность оказаться здесь, в санатории Байкал, я это расцениваю не только как встречу, но и как большую, очень важную работу. Потому что здесь так хорошо пишется. Идешь в лес, а там смотришь, растет на березке стихотворение. А опустился к волне, она тебе прошептала какие-то новые удивительные вещи, которых ты раньше не знал. Вот Байкал для жителей, которые здесь родились, выросли, созрели и постарели, существо живое. Его невозможно представить себе как просто озеро или как просто море. В нем есть какая-то колдовская, чарующая сила, завораживающая сила воды, завораживающая сила удивительного воздуха. Тут ежедневно восходят над горами такие облака, что если бы, скажем, я был вот профессиональным фотографом, я бы, может быть, каждый день фотографировал эти облака, потому что они ни разу не повторили своей формы. Ну, не то, что вот кучевые, перистые. Нет, они кучевые, но не кучевые, перистые, не перистые. И иногда небо исполосовано линиями, иногда как будто это огромные какие-то ледяные глыбы. А иногда это удивительное сочетание расплывшихся, медленных, тягучих облаков и крутых, похожих на огромные фантастические шары созданий из воздуха и воды. Здесь каждый цветок по-своему хорош. Здесь ничего нет такого, чтобы ты сказал, вот это некрасиво. Вот уже лежит скошенная трава, и она прекрасна. Вот трава цветущая, она еще может быть красивей. Здесь не бывает такого некрасивого времени года. Когда лежит снег, он белый и прекрасный. Когда идет дождь, то природа приобретает какой-то своеобразный оттенок, какое-то дыхание свое новое и ощущение вот этой поглощаемой влаги, и опять все здесь хорошо. Поэтому для человека, который, повторяю, пишет, рисует, а я был свидетелем, как тут замечательно работают художники на Байкале, здесь они поблизости имеют свой дом творчества, я думаю, что Байкал – это вот такая частица огромная нашей культуры, без которой трудно представить Россию и, конечно, без которой трудно представить Сибирь. Вот почему я всегда благодарен тем, кто здесь работает, тем, кто с доброй улыбкой принимает гостей, тем, кто создает здесь уют и возможность лечиться, работать и жить, и быть счастливым человеком.